Время дорого. Рассказывай. Спокойно. Чем могу помочь, сталкер? Всем привет, сталкеры. С вами, как обычно, я, сталкер-баннерщик. Мы находимся на базе долга. Это сталкер «Чистое небо». И мы идем прокачивать стволы. У нас приближается выброс, но я думаю, нас это нисколько не остановит. Если мы успеем застать, техника на месте. Да, действительно застали. Итак. Наш техник, конечно, изучил все флешки. Громов его зовут. Техник долго и может прокачать, я так думаю, все что угодно. Но давайте посмотрим, что он сможет сделать. Нас больше всего интересует то оружие, которое мы не смогли прокачать. На базе свободы, на базе бандитов и на базе чистого неба. И на базе сталкеров. Итак, это РП-74. Отличная тема. Не прокачивает. Это, конечно же, дробовик. Это, конечно же, гром. Хотя гром мы прокачивали. Да. В принципе, все. То есть, по большому счету, нас интересует это дробовик и пулемет. А ну что же, все те оружия, которые может прокачивать этот техник, список под видео, как обычно, можете посмотреть. Я не сортировал оружие, поэтому помню уже, какое нужно прокачать, какое нет. Но я чуть позже его рассортирую. Итак, давайте по порядку. РП-74, ручной пулемет. И вот именно Громов, техник долго, его может прокачать. Давайте смотреть. Емкость магазина плюс 100 патронов. Давайте смотреть дальше. Удобность плюс 20. Отлично. Вес минус 20%. Пойдет. Опа, прокачивает дальше. Отдача минус 30. 7500. Да, это, конечно, дорого. Но почему бы и нет. Прокачиваем. Отдача минус 20. Есть. Скорострельность плюс 15. Пойдет. Скорострельность плюс 25. Отлично. И в итоге он его прокачивает по максимуму. Но последняя скорострельность 50%. 12500. В общем, дорого, очень дорого все это прокачать. Но в итоге он его прокачал. Давайте возьмем его в руки. Смотрите. Емкость магазина плюс 100 патронов. Это в итоге 200. Удобность плюс 20. Отдача минус 50. Так, парень. Скорострельность плюс 90. И вес минус 20%. Убери свою пушку. А у меня тоже такое есть. Так что, если вы хотите прокачать пулемет, это к долгу. В целом, очень-очень даже кучно, неплохо после прокачки. Как вы видите, стреляет нехило. А что нас теперь еще интересует? Да, нас интересуют дробовики. Чейзер мы можем прокачать полностью. Вот он. На базе сталкеров полностью прокачиваем. Но вот именно спас мы нигде не могли полностью прокачать. Никто его полностью не прокачивал. Кто-то вообще не прокачивал, кто-то частично. Давайте посмотрим, может быть, долговцы смогут его прокачать. Нас интересует вот этот, скорострельность. Плюс 15 ставим. Вес минус 15. И да, долговцы могут его прокачивать. Скорострельность плюс 25. Поэтому, если вам нужно прокачать спас, идите к долгу. И все остальное тоже мы прокачиваем. Но это и другие техники могли. Так, надежность плюс 30. А ну-ка тут точность плюс 20. Не стреляет дробью, но нам нужно проверить. Да, это он тоже прокачивает. Точность плюс 20%. В итоге спас по максимуму прокачивает долговец. Давай-ка сбегаем. Прикупим патроны. Надо же проверить. И на пулемет еще купим, если, конечно же, у них там продаются. Неужели так, давай посмотрим. Вот. Опа, вот нету еще патронов. К сожалению. Но ничего, ничего. Мы по-другому их достанем. Не проблема. Так, ну что, я добыл немножко патронов. Вот. Давайте постреляем. Дроби он не стреляет, мы его прокачали. Проверим скорострельность. Вещь изряжает быстро. Смотри как. В
целом очень даже неплохо. И прикупил патроны на пулемет. Мы же до этого стреляли, у нас всего было 100 патронов, а тут и 200. Мы же прокачали его. Ну, то есть вы поняли, да? Какая мощь. После прокачки он очень контролится удобно. Просто вещь. Сдерживать мутантов, врагов, там, кого угодно. Давайте проверим на более дальней дистанции, как он стреляет. Но на более дальней дистанции, конечно, посложнее удерживать. Но тут потренироваться надо. Кучно. Очень кучно. Ну что же, и у нас еще остался черный ястреб. Черный ястреб так и никто не смог прокачать по максимуму. Мне кажется, все-таки техник долго сможет это сделать. Давай к нему сходим, посмотрим. Итак, нам нужна именно скорострельность, потому что все-таки пистолет — это оружие ближнего боя. Скорострельность. Yes. Да, действительно. Техник долго прокачивает его по максимуму. Отдача минус 50. Ну, это все прокачивается у нас. В итоге у нас получается пистолет 4 патрона. Точность плюс 40. Отдача минус 50. Скорострельность плюс 25. Неплохо. Ну и 45-й калибр. Очень даже. Вот эти три вида стволов мы как раз прокачали. Теперь давайте я рассортирую оружие и покажу вам, какое именно оружие может вообще прокачать. А долговец, а какое не сможет. Давайте смотреть. Понятное дело, СВДшки долговец не прокачивает. ГП-37 тоже не хочет прокачивать. Еще одна СВДшка не прокачивает. Ружье М1 никто, походу, не прокачивает. Гранатомет. Еще один гранатомет. И вот, ФТ-200М, он тоже его не прокачивает. Ну, а все остальное... Гадюку! Почему гадюк он не прокачивает, я не знаю, но гадюк он тоже не прокачивает. Пистолет, я так думаю, он прокачивает все. Да, единственный техник, который прокачивает все пистолеты и даже черный ястреб. Но вот, в принципе, весь спектр оружия, который он прокачивает, это все стволы, которые есть в игре, которые он не прокачивает, вы сами прекрасно видели. На этом все. Мы посмотрели все виды стволов, которые могут прокачивать техники. Больше техников здесь, насколько я знаю, нету. Нет, ну есть, конечно, еще один техник. Это сталкерский техник. Вот здесь он стоит. Но по факту мы прокачали все стволы, которые нам нужны были. Что может сделать тот техник, что не могли сделать другие техники? Но, может быть, по каким-то причинам у вас, допустим, война. Война, допустим... с какими-то фракциями, и вам нужно что-то прокачать, но вы не можете. Как жизнь? И может быть, стоит зайти к нему. Ну, давайте мы зайдем, но только в следующий раз. На этом все. Всем до встречи. Пока. Так и будешь стоять и молчать?